вот купить, вот это вот купить, почему нет? Мы можем себе позволить, хотим больше монеток, на 6% больше. Ну хорошо, тоже покупаем за 50 гемасов мы покупаем. Ребят, всем привет, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня у нас Brawl Stars. Ребят, сегодня Brawl Stars, и сегодня у нас гигантское количество гемов. Сколько у нас тут гемов? Слушайте, сколько здесь их? Миллион, ребята, миллион гемов, 20 тысяч голды. Еще какой-то валюты, хрен пойми, как она здесь называется. Может быть, какие-нибудь старсы, я не знаю. В общем, ребят, сегодня у нас много-много различных ящичков будет. Так что, ребят, поехали открывать. Начнем с этих ящиков. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк друзьям, расскажите, колокольчик нажмите и максимально распространите этот ролик. Пожалуйста, прям максимально-максимально. И напишите комментарий, как вам вообще эта тема с Brawl Stars. 228 монеток, так, Шелли, конечно же. И да, ребят, вступайте в наш клан, вернее, в клуб, ребят, вступайте. Вот он, ребята, высветился, ребят, вступайте в него обязательно. Очки силы. Кристаллики, 30 кристалликов. Ну что ж, ну такое себе. Ладно, что у нас здесь дальше? 228 монеток, Шелли, 155, кристаллы 30. Собственно, здесь у нас особо ничего не поменялось. Так, 228, опять Шелли. Нифига себе, мы прям здесь Шелли прокачиваем однозначно. У нас еще больше, ребята, гемов, короче, гемов у нас уже просто девать некуда, как говорится, ломятся пауки. Так, новый перс. Кольт, окей, Кольт 228 монеток, Шелли, естественно, куда же без нее. Кристалла 30 штучек, следующий сразу же. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Так, ящичек, Шелли, плюс 3, отлично. Так, окей, следующий, окей, что здесь? Кольт, Шелли. И 30 еще гемасиков, ребят, еще 30 гемасиков, ребят, здесь столько много ящичков, в общем, все, ребят, естественно, откроем, поэтому, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, хотя бы давайте 100 лайков наберем, у нас здесь будет точно больше 100 ящиков, может быть, 1000 откроем ящиков, так что, ребята, лайки, так, Бо, награда пути к славе, 2 из 9 бойцов, Бо выпускает 3 взрывные стрелы, его супер установка 3 секретных взрывных ловушек, друзья мои. Да, ребят, прошу прощения за звук. Звук с вебки записываю, так что микрофон пока что у нас в ремонте. Так, 228 монеток, Шелли. Ух, Шелли, как можно здесь будет прокачать, жестко прям прокачать Шелли. А я люблю, ребят, Шелли, вы знаете, я люблю Шелли. Я прям... Лавки. Лавки под лавкой. Ну что ж, ладненько, следующий у нас сундук. Новый, ребят, у нас опять перс. Роза, редкий, 1 из 4 бойцов, это боксерша, ботаник, крепко стоит на ногах, не боится ближнего боя. Супер оплетает ее прочной и 100% веганской броней. Интересно. 228 монеток снова получаем, тут уже по дефолту. Кольт плюс 71, Шелли плюс 59. Кайф, ребята, слушайте, прям очки силы, бо. Еще и бо получаем, еще плюс 30 кристаллов, ребят, куда... С кристаллами. Окей, отлично. Так, что у нас дальше? Дальше у нас снова 228 монеток. Бо, 43, Кольт, 12, Роза, плюс 36, ребят, плюс 36, Роза, Шелли, плюс 8, Кристалла, плюс 30, прекрасно. Так, ну что у нас дальше, ребят, открываем эти ящички. Так, новый, ребят, сразу же новый персонаж, Джин, мифический, 1 из 3 бойцов. Джин выпускает из своей волшебной лампы разделяющийся снаряд, его супер волшебная рука, которая хватает и потаскивает врагов ближе. Между прочим, это мне напоминает, по-моему, Clash Royale, так Clash Royale там тоже есть такой персонаж, причем он недавно появился. Так, можно улучшить Бо. Кольт, кстати, ребят, тоже вступайте в наш клан в Clash Royale, там клан наш называется Морс Мортис, ищите, находите и найдете, в общем, надеюсь, да? Так, ребятки, короче, куча здесь, конечно же, у нас будет. О, Рико, сверхредкий, 1 из 4 бойцов, выпущенный Рико, пули могут отскакивать от стен, его супер преодолевает большую дистанцию, насквозь прошивает щель. Это прям крутой персонаж. Роза плюс 12. Кольт плюс 2. Отлично, слушайте, прям 50. Хорошо.
Еще опять новый ревет персонаж. Сейчас по ходу всех персонажей откроем. Фрэнк, эпический первый из четырех бойцов. Взмах молота Фрэнка порождает взрывную волну. Его неимоверно мощный супер оглушает противника. Ребят, круто! Круто! Очень круто. Джин. Так, окей. Кольт плюс 4 еще получаем. Прекрасно, ребят, прекрасно. Здесь пока что много уже новых персонажей нам открывается. Так, а что здесь у нас? Здесь у нас монетка 50, Роза плюс 10, Рико, Рико плюс 3, прекрасно. Так, идем дальше. Опять новый персонаж, ребят. Опять новый персонаж. Спайк, легендарный, первый из трех бойцов, ребят. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я целый стрим открывал различные ящики, паки, как хотите называйте, в общем, различные вот эти вот сундуки в этой игре. Ребят, пишите в комментариях, тогда мы обязательно его сделаем. Итак, Спайк, легенда. Ребят, нам легендарка упала. Я что-то вообще не заметил, проглядел. Спайк, легендарный, первый из трех бойцов. Спайк бросает кактусные гранаты, осыпающие все вокруг иголками. Его ошеломляющий супер создает поле с шипами, замедляющие врагов и наносящие им урон, между прочим, ребята. Также плюс 50 еще монеток. Шелли, отлично. Шелли также мы прокачаем, естественно, куда же без этого. Отлично. Так, мы продолжаем, ребятки, мы продолжаем. Так, монеты плюс, так, угу. Рико плюс 4, отлично. Спайк, ребят, плюс 7 еще, прекрасно. Слушайте, Спайка тоже, наверное, качнем. Хочется за него побегать, покатать. Посмотрим, что он себя будет представлять. Так, что у нас здесь, и опять монетки. Очки силы, бот плюс. Так, Роза плюс 1, отлично. Так, хочу новых персонажей, ребят. Хочу всех вообще персонажей открыть. Посмотрим, у нас получится это или нет. Фрэнк, ребята, слушайте, Фрэнк у нас уже был, я так понимаю, да? Рика плюс трешечка, отлично, получаем, прекрасно. Так, следующий сундук. Так, плюс 50 монеток. Джин плюс 6. Коль плюс 1. Так, что у нас там дальше? Кто у нас еще там будет? Это пока что только 20-й, ребят, такой сундук от Фрэнк. Прикиньте, сколько еще будет годноты впереди. Так что, ребят, смотрите этот ролик до конца. Конечно же, поставьте лайк, друзья. С друзьями просто поделитесь этим роликом, ребят, серьезно. Распространите максимального. Роза плюс 2, Рика плюс 10, отлично. Улучшение разблокировано, между прочим. Чуть 90 пока, как минимум, вот этих вот сундуков. Также мы будем еще открывать из-за гемасики сундуки. Так что, ребята, кому? Джин, Шелли плюс 2, так, прекрасно. А давайте, знаете, сразу откроем, на самом деле, хочется сразу открыть мега-ящик. Давайте откроем мега-ящик, посмотрим, что здесь, как бы зайдем, мы уже открываем, ребята. Может, здесь что-то будет. 555 золота. Так, Рика плюс 208, ничего себе. Спайк плюс 179, ребята. Фрэнк 108, просто офигенно, круто. Босс плюс 152. Шелли плюс 95 еще. Роза плюс 84 и еще... Охренеть! 80 гемасиков, то есть мы 80 гемасиков потратили как раз таки, да, на этот мегаящик. Давайте еще один откроем на этот мегаящик. И, короче, чё, кого? Так, 500... и снова получаем 80 гемасиков. Так, Шелли плюс 119, а Фрэнк плюс 143, Рика плюс 99, Коль плюс 135, вау, Джин плюс 42, Спайк плюс 139... Опять 80 как бы кристаллов. У нас как бы вообще не тратится. Типа, вон мы вроде бы купили, и нам снова возвращают эти 80 гемасиков. Очень круто. Давайте большой откроем. Может быть, здесь что-то будет немножко другое. Давайте просто посмотрим. Здесь 28. Так, ага. Так, монеток. Так, Шелли. Отлично. Спайк плюс 28. И 30 как бы гемасиков. То есть мы... Итак, друзья, открываем. У нас снова суточка, ребят. У нас снова суточка. Биби. Тара. Так, отлично. Тут у нас еще монеты Биби. Роза, очки силы, так, прекрасно. Так, Спайк, Тара. Получено, так, прекрасненько, прекрасненько. Монеты 50, Пока плюс 5. Карл, ребята, Карл плюс 7. Отлично, так, что здесь у нас? Спайпер, куда же без него? Бу, ребята, бу, бля, такой. Слушайте, я, кстати, по знаку зодиака. Или как это называется? Зодиака, или не знаю. Короче, я бы их тоже. Я бы. Леон, между прочим, плюс 52. Спайк плюс 34. Мортис плюс, между прочим, наш клан в Clash Royale и в Clash of Clans называется Морс Мортис, ребята. Поэтому вступайте. Так, Барли плюс 32. Естественно, Кристалл, куда же без них? Без них никуда. Так, продолжаем открывать. Монеты плюс 228. Дэрил плюс 56. Роза плюс 67. Леон плюс 5. Динамайт плюс 25. 30 также гемасиков. Неплохо, неплохо. Продолжаем открывать. Так, Спайк плюс 6. Роза плюс 86. Рика плюс 54. Вау, Леон плюс 35.
Хочу еще, короче, опять легендарку. Хочу легендарку. Да, я вот хочу легендарку. Камон, дайте мне еще парочку легендар. Короче, хочу все легендарки собрать. Динамайт плюс 68. Пока плюс 58. Ворон плюс 67. Бул плюс 2. Ну, что как-то мало дали. Быка надо побольше. Хочется побольше, значит, бычка, так сказать. Так, осела 228. Нита плюс 88. Дэрил плюс 1. Эль Примо плюс 30 кристаллов также еще. Окей. Отлично. Так, Леон плюс 18, Пока плюс 83, Барли плюс 3, Тара плюс 37, плюс 30 гемов, ребят, плюс 30 еще гемов, вау. Отлично, так, что у нас дальше? 228 монеток, Тик плюс 55, Роза плюс 32, Биби плюс 18, Пенни плюс, почти как Пеннивайз. 30 гемасов также еще, отличненько. Окей, плюс 228 монеток, Пока плюс 18, Коль плюс 39, Фрэнк плюс 38, Ворон плюс 32, а плюс 30 также Гимаса. Куда же без этого, без этого никуда, без этого вообще никуда. Плюс 228, Биби, Бул, Дэрил, ребят, Дэрил, отлично. Так, прекрасно, слушайте, куча-куча всяких ништяков надавали нам в этом сундуке. Окей, плюс 228 монеток, Брок, ребят, у нас еще также Брок, Рико плюс 85, Дэрил плюс 21, Бо плюс 64, 30 гемасов, ребят, между прочим, еще плюс 30 гемасов нам дают, прекрасно, слушайте, мы эти, короче, сундуки закончите, короче, открываем эти сундуки, здесь их тоже очень много, Каро плюс 10, Дэрио плюс 4, вау, 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 просто вау, окей, плюс 50 монеток, отлично, Кольт, Эль Примо плюс 8, ну что ж, неплохо, 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 идем, согласитесь, так, окей, Брок, Кольт, так, окей, классно, так. Хорошо, так, хорошо, очки силы Барли, прекрасно, прекрасно. Так, еще один сундук открываем. 50 джин плюс 2, 8 бит плюс 5, прекрасно. Так, давайте снова зайдем в магазин. Хочу мега ящик, ребята, мега ящик. 555, 8 бит. Пайпер плюс 57, Брок плюс 101, Мортис плюс 17, Ворон плюс 40. Фрэнк плюс 26 и 80 гемасов, ребята. Классно, чё? Чё кого? Классно? Как вам такие награды, ребят? Обалденная награда на самом деле. 555, Пэм плюс 97, Барли плюс 201, Роза плюс 52, Ворон плюс 108, Карл плюс 38, Джесси плюс 17 и снова 80 гемасика. Ну что ж, неплохо, слушайте, неплохо. Продолжаем эти открывать теперь. Вернее, возвращаемся снова к ним. Роза плюс 5, Нита плюс 6. Окей, продолжаем. Тут еще 89 осталось, как бы нам еще тут открывать, да открывать. Леон. Так, прекрасно. Что тут еще? Давай, давай, давай. Плюс 8. Так, 50. Холь плюс 3. Бул плюс 3. Ну что ж, неплохо. Ну, я хочу, короче, Була просто собрать. Прям классного, крутого, чтобы прям всех выносить. Мощный Пэм плюс 9. Биби плюс 7. Бип-бип-бип-бип-бип. Отлично, мне нравится имя этого персонажа. Так, плюс 50 монеток. Пэм плюс 9. Фрэнк плюс 4. Оу, классно, слушайте, 85 еще осталось. Плюс 50 монеток, Спай плюс 10, Динамай плюс 6, кайф, ребят, слушайте, за Динамайка тоже обязательно будет сыграть, я еще, кстати, за него не играл. Так, плюс 50 монеток, Пенни плюс 5, Барли плюс 6, вау, неплохо, так, 83 осталось, Фрэнк плюс 6, Джесси плюс 4, найс. Найс, ребят, слушайте, кайф, плюс 50, Шелли плюс 10, Коль плюс 5, вау, супер, друзья, супер, еще 81 сундук, плюс 50, соответственно, монеток, так, плюс 2 биби, Фрэнк плюс 11, вау, слушайте, давайте кого-нибудь попробуем уже улучшить, на самом деле, мы уже кучу всяких чуваков открыли, Шелли, насколько сильно мы можем улучшить Шелли, давайте попробуем это сделать, так, здоровье, так, окей, Еще, ребята, мы просто улучшаем, такое ощущение, что бесконечно, здоровье просто, воу, улетает в небеса, это какое-то божье, ребята, все, походу, пятеро, ребят, 5000 здоровья у Шелли, камон, кто такой Шелли играл, напишите, пожалуйста, комментарий, камон, серьезно. Шелли бандитка. А, типа, можно, слушайте, типа, вот еще выбрать другой скин. А можно звездная Шелли, например. Но Шелли бандитка, это прям такой, прям, классно. Мне почему-то напоминает пиратов Карибского моря. Слушайте, ну Шелли, конечно, мы по полной ее зафигачили, по полной ее улучшили. Так, а что по рангу, кстати? Слушайте, да.
Так, ранг, ну все равно пока что первый. 28 бойцов из 28. Короче, у нас уже все бойцы есть. Соответственно, все бойцы абсолютно, все там легендарки и так далее. Все это присутствует. Вот, собственно, Леон, скрытый убийца легендарный. Так, что тут еще? Так, открывайся. Легендарный ворон, убийца с ядом. Темный ворон меха. Ой, кайф. Золотой ворон меха. Вот это выглядит вообще просто шикарно, ребят. Если вы согласны, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Так, это просто шикарно, друзья. Просто шикарно. Мы продолжаем открывать еще 80 сундуков. И что там еще нас ждет? Ох, Фрэнк плюс 6, Мортис плюс 9. Кайф, ребят, просто кайф. Слушайте, ребят, если хотите стрим, то как бы пишите в комментариях. Чувак, сделай стрим, где ты будешь, собственно, все вот это вот действо производить. Будешь открывать эти сундуки. Ребят, пишите в комментариях, обязательно устроим такой стрим. Ворон плюс 5, плюс 5 еще. Бул плюс 7. Кайф, кайф, ребятки, очень даже круто. Монетки, динамайт плюс один, кайф. Что тут у нас дальше? Дальше мы продолжаем, естественно, открывать. На следующий сундук плюс 50 монеток снова. Карл плюс 4. Морзис плюс 5. Нормуль, нормуль, нормуль. Так, следующий плюс 50. Бу плюс 2. Пайпер плюс 2. Так, окей, окей, окей. Монетки плюс 50. Кольт плюс 6. Роза плюс 3. Окей, кайф, кайф, кайф. Продолжаем открывать. Так. Шелли. Звездная сила. Аптечка Шелли мгновенно восстанавливает 2000 очков здоровья, когда его уровень... Все-таки его, а не ее, между прочим, вот я заметил. Когда его уровень падает ниже 40%, аптечка перезаряжается за 20 секунд. Прикольная штука, очень прикольная штука. Леон, ребят, это, между прочим, легендарка, ребят. Это, между прочим, легендарка плюс 12 раз получа. Вот это, понимаю, круто. 8 бит. Я 8 бит не знаю, легендарка или нет. Возможно. Напишите в комментариях, легендарка или нет. Так. Плюс 50 монет, плюс бул, плюс 7, отлично. Ворон плюс 4, нормальный такой, нормальный сундук. Так, Шелли, звездная сила, шквал картечи. Дальность и скорость выстрела супер Шелли увеличивается на 30%, а кучень стрельбы повышается. Ребята, вот это я понимаю, найс, ребят. Вот за это просто лайк, ребят, просто ставьте лайк. Пишите комментарий, как вам это, хотите ли вы это? Если да, то пишите в комментариях, я хочу такую тоже штуку. Ребят, пишите в комментариях обязательно об этом. Рика плюс 9, так, Мортис плюс 3. Мортис, ребят, наш клан в Clash Royale, Clash of Clans. Ищите, пожалуйста, нас там и вступайте, будем рады вас видеть там. Плюс 50, так, монеток, Фрэнк плюс 9, 356, великолепно, тик, ребята, все, блин, тик-тик-тик-тик, так. Окей, мы тоже его собираем, конечно же, куда же без него. 50 монеток, бул плюс 4, бул, бул плюс 8, окей, окей. Джесси плюс 11, Пэм плюс 4, кайф, кайф, ребятки. Так, плюс 50 монеток, джин плюс 3, прекрасно, 67, ребят, что 67 стало джин, короче, такое ощущение, что эти бесконечные сундуки, серьезно, ребят, блин, их так много, так классно, надеюсь, вам это нравится, если да, то, пожалуйста, поставьте палец вверх, и с друзьями тоже поделитесь этим, этим роликом, ребят, просто возьмите, скопируйте эту ссылку и поделитесь, да, там, ВКонтакте, Фейсбуке, да, окей. 65, это 65, мы открыли, получается, только 35, Пайпер уже 36 открыли, тут неплохо, Тик Пенни, окей, тут еще, так, Поко, Поко, Эль Примо, ребят, прекрасно, отлично, слушайте, оу, Джесси, Спайк, кто там дальше, 50 монеток, это естественно, Дэрил, Дэрил, Леон, ребят, опять легендарки, 9 легендарок, вы как бы, окей, нормально, все, кого, отлично, Фрэнк, плюс 1, Пенни плюс 7. Отличненько, отличненько. Просто великолепно, друзья. Просто великолепно. Плюс 50. Пайпер плюс 4. Тара плюс 7. Окейушки. 58. Леон плюс 4. Роза плюс 5. Ну, нормально. Ну, такой, знаете, типа, как бы легендарки хоть и упали, но, тем не менее, не супер много. Барли бывал, как говорится, лучше. Плюс 8. Эль Прима плюс 8. Эль Прима, кстати, легендарка или нет, ребят? Не шутите, я не помню, честно говоря. Так, 50 монеток. Фрэнк плюс 6. Пайпер плюс 9. Ну, нормуль, нормуль, нормуль. Let's go-шки, дальше, let's go-шки. 8 бит, плюс 11, ворон, плюс 2. Окей-шки. Ну что ж, следующий, плюс 50, пайпер, плюс 9, спайк, плюс 1. И что у нас дальше? Дальше следующий сундук, естественно, куда же без этого? Плюс 50 монет, тик, плюс 7, кара, плюс 4. Кайф, просто кайф, друзья, просто кайф. Джесси, очки силы, кольт, блин, офигенно, офигенно, просто. Так, это тоже можем, конечно же, улучшить. Бул, не, бул.
прям такой тяжелый, я прям закричал, я прям услышал это. Полузащитник Бу, прикиньте, есть еще полузащитник, тачдаун Бу, викинг Бу, блин, это офигенно, как круто выглядит, ребята, слушайте, еще в игре, если это будет так же, ну типа, блин, ты как-то будешь отличаться от других, типа, быков, это вообще супер круто, ребята, это просто пушка, ребят, если вы согласны, ставьте лайк. Ну что ж, мы продолжаем открывать 51 у нас уже. То есть мы как раз таки на экваторе, ребят. Мы сейчас на экваторе. Мы сейчас будем пересекать уже экватор. Мордис плюс 5. Окейшки. Вот мы, ребят, пересекаем экватор сундуков, по крайней мере, вот такого типа. Биби плюс 10. Тара плюс 1. Ну что ж, окей, окей. Мы пересекли уже экватор, получается. Так, ага, Джесси. Супер, 48-й. 50. Джин Биби. 47-й, на самом деле. Мы в обратном порядке, получается, считаем. Барли 12. Тара плюс 6. А, прекрасно, прекрасно. Так, что у нас дальше? 50 монеток. Барли плюс 8. Пайпер плюс 5. Ну и пока хватит. Окей, дальше 50 монеток. Пайпер. Поко, Поко. Куда же без Поко? Без Поко никуда. Соответственно, так. 50 монеток. Джин. И Джесси. Джесси, куда же без Джесси? Джесси. Моя любимая Джесси. Окейшки. 50 монеток. Леон плюс 2. Ну как бы, окей, легендарка Биби. Плюс 6. Вот я только почему-то его запомнил, Леона, что он легендарный. Других я, честно говоря, ребят, не помню, поэтому напишите в комментариях список всех легендарок. Кто напишет, поставлю вот это сердечко, ребят, сердечко, короче, поставлю. Так что напишите, пожалуйста. Ворон плюс 6. Причем каждому напишу. Вернее, пусть каждый напишет. Я каждому, кто напишет это, собственно, это сердечко закину. Так что, ребят, пишите. Так, окей. Ну что ж, у нас 50 монеток снова. Роза плюс 1. Ага, так, Дэрил плюс 11. Окей, окей, 40, 40, всего лишь 40 осталось, 50 монет, Джесси Мортис, Джесси Мортис, прислушайте, можно было так назвать, наверное, мой клан, но он называется Морс Мортис, но это не в этой игре, а в Clash Royale, в Clash of Clans, в этой игре он называется просто Максим Шубин, все просто, ребят, потому что меня зовут Максим Шубин, так, 38, 38, так, 50 монеток, Спай плюс 9, Пенни плюс 1, окейшки, 37 осталось, так, Рико плюс 2, 8 бит плюс 8, окей, так, 50 монеток, Пайпер плюс 2, Спай плюс 5, слушайте, круто, 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 50, так, Бу плюс 8, Брок плюс 4, 34, так, ага, отлично, Пайпер, Бул, шикарненько, шикарненько, плюс 50 монеток, плюс Биби, плюс Нита 11, отлично, отлично, так, идем дальше, 50 монеток, так, Биби плюс 12, Бул плюс 5, слушайте, Бул, мы на самом деле уже можем прокачать. Это хорошо, так, 50 монеток, Тара плюс 7, Пока плюс 3, окей, 30 всего лишь сундучков осталось, Пенни Булл, так, отлично, 29 осталось, Динамай плюс 8, Брок плюс 4, 28 осталось, 50 монеток, Динамай плюс 6, Харл плюс 2, 27, 50, Мортис, Нита плюс 3, прекрасно, так, что у нас есть, ага, Ворон плюс 8, Пайпер плюс 8, Ворон, наверное, будет прикольно сыграть, я не знаю, как бы, типа, это по верхам, что ли, пойдет этот персонаж, не знаю, честно говоря. Нита плюс 3, окей, хорошо, так, 8 бит, Ока плюс 3, окей, окей, так, Эль Прима, Мортис, дальше, соответственно, кто у нас там, Кольт, Мортис, прекрасно, дальше у нас здесь кто, Джесси, Пенни, Пенни, Пенни почти Вайз, но без Вайза, просто Пенни, Кару плюс 7, Роза плюс 6, великолепно, так, 19-й, Пенни, Коль плюс 7, отлично, так, дальше у нас 50 монеток, Тара плюс 7, Кару плюс 6, окей, 17-й, Пока плюс 1, 8 бит плюс 2, отлично, ребятки, так, здесь у нас 50 монеток, Бу плюс 2, Мортис плюс 8, отлично, так, окей, Коль плюс 7, Тара плюс 7, прекрасно. Также, ребят, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте. Также обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылки, ребят, есть в описании. Также у меня, ребят, теперь новый Инстаграм, так что подписывайтесь. Вдруг вы были подписаны на мой старый Инстаграм, теперь подписывайтесь на новый Инстаграм. У меня теперь новый Инстаграм, постоянно там стори, посты какие-то делаю более-менее регулярно, но вот истории прям регулярно делаю каждый день, так что, ребят, есть что посмотреть. Так, ну что ж, окей, 13 кубков осталось. Пенни плюс 6, Ворон плюс 7. Так, братан, я тебя чуть попозже все-таки выберу. Давай, окей, сначала открою все снуки. Плюс 50, Дэрил. Пайпер плюс 4. Так, один всего лишь 10 сундуков осталось. Камон, Фрэнк, 8 бит. 10 сундуков, ребят, осталось. Всего лишь 10 сундуков осталось. Так, уже начинает тупить игра. Плюс 50, Тара плюс 7. Мортис плюс 4. Отлично, 9 сундуков. Окей, Кольт, Брок.
Кайф, слушайте, прям кайфушечка. Плюс 50 BB, плюс 6, 8 бит, плюс 6. Неплохо, друзья, согласитесь, неплохо. Плюс 50 P, плюс 6, Барли, плюс 5. Найс, ребят, я люблю найс. Да, плюс 50 монеток, Леон, плюс 10. Роза, плюс 3, кайф. Так, плюс 5, соответственно, вернее, осталось 5 сундучков. Уже 4, ребят, сундука осталось. Плюс 50 монеток, Карл, плюс 9, Пока, плюс 5. Окейшки. Так, 3 сундука все еще осталось. Мортис плюс 5. Дэрил плюс 1. Так, всего лишь 2 сундука, ребят, осталось. Так, Нита, Ворон плюс 1. Вот, ребят, и последний сундук из этой, так сказать, среды. Эль Прима плюс 8, Пайпер плюс 3. Офигеть. Больше 100 сундуков, ребят, уже открыли. Прикиньте, больше 100 сундуков. Ребят, короче, идем в магазин, покупаем все, что увидим. Просто все, что увидим, покупаем. Ну, что мы здесь видим? Мы здесь видим мегаящик, ребята. Мы видим мегаящик. Мегаящик. Так, можно немножко листнуть? Да, можно. Можно, например, вот купить, вот это вот купить. Почему нет? Мы можем себе позволить. Хотим больше монеток. На 6% больше. Ну, хорошо. Тоже покупаем за 50 гемасов. Мы покупаем 1200, ребят. Мне 1200 монет покупаем за 140 гемасов. Это уже солидово, согласитесь. И 2600 голды, золота за 280 гемасов. Вау, неплохо, неплохо. Окей, хорошо. Мегаящик, ребятки, мегаящик. Вот это, я понимаю, мощь, ребятки. 80 гемасов, реально годная штука. Но, честно говоря, хочется увидеть просто супер-мегаящик, чтобы прям просто разрыв был. Просто разрыв. Здесь тоже как бы неплохо, 555. А монеток, тик плюс 167. Динамайк плюс 203. Леон плюс 65. Пэм плюс 58, Фрэн плюс 65, Нита плюс 40 и 80 как бы кристаллов, окей, нормально. Так что, ребят, пишите, пожалуйста, в комментарии, хотите ли вы увидеть ролик, где я буду открывать мега ящик. Весь стрим, ребят, буду, вернее, не ролик, а стрим, где я буду весь стрим открывать мега ящик, с вами общаться в чате и так далее, в общем, играть, возможно, дополнительно. Вот, пишите, ребят, если хотите увидеть такой стрим обязательно и ставьте как можно больше лайков со всех своих аккаунтов. Также, ребята, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там тоже вы можете, в принципе, следить за роликами, потому что туда их тоже и публикую. А также различные новости о канале, об играх, в которые мы играем. Вот, также, ребят, смотрите мои тоже другие ролики, обязательно смотрите. Так, друзья, короче, на этом буду я заканчивать этот ролик. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то почему бы не поставить лайк. Причем, ребят, ставьте как можно больше лайков со всех своих аккаунтов. Также, ребят, смотрите мои прошлые ролики, вот они везде здесь, вот в аннотациях, или как они там называются, конечные заставки. В общем, смотрите, кликайте, и не только по Brawl Stars, мы также и другие игры играем. Так что, ребят, смотрите, кайфуйте, тоже там комментируйте, лайкайте, ну и, в общем, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых роликов на канале, новых записей и так далее, новых стримов. Так что, ребята, в общем, надеюсь, вы меня поняли. Я вас, надеюсь, тоже пойму, когда буду делать новые ролики, чтобы они вам максимально нравились. В общем-то, пишите в комментариях, что вы хотите видеть по этой игре, по Brawl Stars. И постараюсь как-то вот все-таки вот этот фидбэк собирать и понимать, что вы хотите. И тогда буду, соответственно, это делать. С вами Макс Шубин. Всем удачи, всем пока!